Всем привет! Сегодня мы поговорим о жизни и зарплатах в Турции. Это видео будет интересно тем, кто хочет попробовать пожить в другой стране какое-либо время или же постоянно, но не может решиться на такой шаг из-за нехватки информации. И сегодня мы разберем самую обычную зарплату кухонного разнорабочего, так как такая работа не требует каких-то особых знаний или навыков. Все, что требуется, это желание. Итак, поехали. Зарплата кухонного разнорабочего составляет плюс-минус 5500 лир. Много это или мало, для жизни в Турции решать только вам. Но для наглядности мы разберем несколько примеров. Например, на 5500 лир можно купить 611 килограммов картофеля. Сейчас 1 килограмм стоит 9 лир. В России, чтобы купить столько же картофеля, нужно заработать 42 770 рублей, так как он стоит примерно 70 рублей за килограмм. Хлеба на 5500 лир можно купить 917 батонов. Он стоит 6 лир за 400 грамм. В России, чтобы купить 917 батонов, нужно заработать 33 тысячи рублей, если батон будет стоить 36 рублей. Доступные зарплаты варьируются от 5 до 7 тысяч лир, в зависимости от ваших навыков и знания турецкого и английского языка. Найти и устроиться на работу можно через агентство по трудоустройству. С их помощью вы получите трудовую визу. Услуги агентства по трудоустройству обойдутся вам примерно в 1500 лир. Там же вам предложат несколько вакансий. Итак, подведем итог. Из плюсов. Работу в Турции найти можно, воспользовавшись услугами по трудоустройству. Кстати говоря, питание и жилье предоставляет работодатель. Также к плюсам можно отнести хороший климат и возможность проводить выходной на берегу моря, дешевые продукты и овощи. Из минусов. Возможен ненормированный график труда. Также стоит отметить, что без знания турецкого языка более высоких заработков ожидать не стоит. В целом, люди, не склонные к обильной трате денег, будут себя чувствовать вполне комфортно. Кстати говоря, пока снимался этот ролик, властями Турции было принято решение о поднятии минимальной заработной платы с 4250 лир до 5500 лир. Как только изменения вступят в силу, мы снимем новое видео о том, сколько можно заработать без навыков и знания языка в Турции. Если вам понравилось это видео и информация была для вас полезна, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!